Друзья, у нас весна, озеро тает. Вот у берега лед практически растаял. Там еще дальше он остался. Катамаран высвободился из-за льда. И могу сказать, что в целом неплохие результаты его зимовки. Мы проверили все емкости, все баллоны. И не нашли каких-либо, которые показали, что они спущены. Или что-то с ними не так. Возможно, что что-то еще откроется у нас по ходу дела. Какие-то моменты, какие-то проблемы. Но пока в целом все нормально. В целом даже особо ржавчины нету. Единственное, вот у нас, у меня заготовка лежит здесь под мачту. Вот она. Не под мачту, точнее, а под перекладину, под верхнюю перекладину между мачтами. Мы ее весной обрабатывали антисептиком, но, судя по всему, не очень. Видите, пошла плесень, и нужно будет дополнительно обрабатывать, дополнительно снимать плесень. Остальные все элементы конструкции в норме. Есть небольшие поползновения на плесень кое-где, очень-очень маленькие. Ну, это вот в местах как раз, где была, ну, где у поперечин сучки. Вот где сучки, кое-где началась плесень мелкая. Ну, тоже обработаем и сделаем, что все будет нормально. Вот еще остатки льда у нас здесь плавают между баллонами. А так все. До новых встреч. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.